Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить игру Outlast 2. Поехали! Тот, кто слышит тогда, когда слова нельзя произносить, должен терпеть, пока время не прекратит существование, и враг, рожденный от своего собственного отродья, будет твоей платой за мою месть. Нот 3.16. И больше ничего. Итак, ну а мы продолжаем поиски Лин. Интересно, куда ее тогда увели? Ладно, давайте погружаться в атмосферу игры. Насколько помню, в этом домике живет какая-то... то ли бабка, то ли женщина. И судя по окружению, здесь не сильно рады мужчинам. Ну или вообще, людям в целом. Черт подери. Офигеть. Это повитуха сделала? Воу. Тихо там. Подожди, а там что, церковь? По-моему, да. Так, давайте посмотрим, что я записал. Подожди, а почему здесь пусто? Я что-то пропустил? Блин, видимо, да. Так, еретики, принесенные в жертву. Они сняли с них кожу. Прибили их к деревьям. Она была еще ребенком. Черт, серьезно? Я даже не обратил внимания. Капец, они с рогами. Офигеть. Блин, бедолаги, мне их жалко. Подожди-ка. Жесть. Ладно, давайте осмотримся и пойдем дальше. Ух ты, блин. Твою мать. Фух, меня заряжают прямо с самого начала серии. Эй, друзья, вы-то не выпрыгнете? Так, давайте посмотрим, может быть, здесь есть кто-нибудь? Ну и можно ли с ней поболтать? А где она? В смысле, она же здесь была. Там барышня, которая читала проповеди. Или она вообще ушла отсюда? Так, бинты. Я бинтами вообще не пользуюсь. Какая-то надпись. А здесь достаточно уютненько, если так осмотреться. Ну, если не смотреть, конечно, на те трупы, которые висят на дереве и горят. В принципе, здесь достаточно уютно. Так, давайте прочитаем письмо или что это. Глава 5. И я смотрел, и вихрь. Давайте так, читать я это не буду вслух. Прочитаю, вкратце перескажу. Если кому интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Потому что на это уходит слишком много времени. Блин, на самом деле я нифига не понял, что тут написано, но что-то из... Ух ты, как красиво здесь. Надеюсь, это не... живой скелет. Мне кажется, настоящий, капец. А тут нет случаем подвала. Короче, там какие-то бредни сумасшедшего по поводу... Точнее, не бредни, это выглядит как выписка из Библии, но на самом деле это что-то из антихристического, что ли, как это назвать. Эй, друг. Тебе нормально? Нормально. Так, здесь ничего интересного я не вижу, поэтому мне, походу, туда. Капец. Помните, что с помощью микрофона можно слушать? Да-да, я помню. Так, сзади... Сзади же никого. Я чувствую, кто-то... Смотри, смотри, ходит! Ого! Что за тварь? Где он? Пошел ты в жопу! Я не хочу туда. Куда он делся? В смысле? Он же тут был. Я не пойду туда. Пошли вы в жопу. Ёлки, он прям здесь бегал. Надеюсь, он слева не появится. Фух, мне уже страшно. Блин, как здесь... Прикольно. А, что? Кто, повитуха? В натуре, смотри. Она кого-то тащит. Эй, стой, я тебя записываю, ты! Блин! Серьезно? Блин, вот ты коза. Я ж тебя не успею записать.
Ну и пошла ты в жопу. Фух, надеюсь, мне не туда. Опа, сзади. Сзади палево. Блин, как пригнуться, я забыл. Черт. Капец, парень. Сорян, но мне сюда. Тихо. А куда мне дальше-то? Подожди. Бежим, не знаю куда. Куда бежать-то? Внутри куда бежать-то? Так, здесь рупор. Да где здесь выход, вашу мать? Блин, кактусы, я помню кактусы, я к ним не хочу. Что там? О, блин, я думал глаза, капец. Грёбаные бочки. Ну, я никого не вижу. Так, а мне можно сюда? Я имею в виду, что отключить свет, ну его нафиг, не хочу палиться. Вон они ходят, падла. Блин, там чьи-то ножки. Помнишь, говорит, как мама тебя называла? Маленьким ягненком. Ягненком? Подожди, это в первой части такого не было? Что-то такое припоминаю. Давай, друг, это всего лишь кукуруза. Нам надо выбираться отсюда. Я не понимаю, куда идти. Офигеть, сколько здесь домов. Он здесь, он рядом. Меня здесь нет. Это все лисы. И барсуки, твою мать. Пошел в жопу. Блин, я вышел на свет. Фух, по-моему, он ушел. Так, куда мне дальше-то? Мне в церковь, получается? Ну, если сюда заходить... Церковь. Кто-нибудь там должен знать, куда забрали Лин. То есть мне, короче, в церковь. Туда. Туда нам надо. Да как он здесь ходит-то? Я не обойду же его, правильно? Товарищ, иди по своим делам, ладно? Я просто тут гуськом пробегу рядом и побегу по своим делам. Так, подожди. Я не понял. А сюда никак не перебраться, что ли? А как мне туда попасть? Блин, походу я зашел в тупик. Ни хрена не вижу. Они где-то рядом ходят, но... Капец. Так, есть следующий фонарик. Ага. Он где-то рядом, да? Он где-то рядом ходит. Вон он, я его вижу. А здесь я уже могу пройти? Эй, товарищ, уходи. Да, по-моему, туда я могу перепрыгнуть. Надо всего лишь дождаться, пока он пробежит. Он что, ко мне идет? Те, кто свернули Бога, слепые ноги и не знают этого. Давайте-ка рассмотрим его. Как он медленно это делает. Блин, а у него мачете. Капец, там еще один друг. Ребята, давайте уходите отсюда. Я всего лишь хочу убежать. Может, просто вырваться и побежать? Какой ты громкий. Как мне идет. Бежим, не знаю куда. Капец. Я спалился, черт. Тихо. Он отстал? Блин, а как мне мимо них-то пройти? Мне никак мимо них не пройти. Капец, он ко мне идет. Короче, если что, рвем когти в том направлении, и все. Блин, он совсем рядом. Он очень близко. Он
Он в упор. Все, пошел он в жопу, я побежал. Куда? А где? А, вот она. Вот оно то место. Погнали. Давай, давай, давай. Есть. Они не догадаются, как сюда перепрыгнуть. Да? Ха-ха-ха, лошары. Ну что, слабаки, не сможете сюда перелезть? А здесь кто-то еще? Черт. Блин, я не знал, что тут кто-то еще будет. А куда бежать-то? Блин. Серьезно. Все, сигаем сюда. Надеюсь, он меня не спалит. Блин, я здесь не хочу рыться, я просто пойду прямо, я не буду здесь реально рыскать, ну его нафиг. Давай-ка в бочку спрячемся. Чтобы выглянуть, удерживайте РТ и ЛТ. Эй, здесь есть кто-нибудь? Anybody here? Я снимаю тут Топ Гир. Ладно, погнали. Так, а, повитуха здесь была, смотри-ка. Давай-ка быстро пробежим. Опа, дядька. Он меня палит, интересно, или нет? Надеюсь, что нет. Блин, ладно, друг, я просто иду по своим делам, ладно? Я такой же, как и вы, у меня просто нет мачете, но... По-моему, сработало. Отлично. А здесь есть кто-нибудь? Блин, куда мне идти-то? Вы можете мне подсказать кто-нибудь? Может, у него подойти и спросить? Аккуратно. Эй. Здесь есть кто-нибудь? Видимо, никого. Тихо. Куда? 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 В бочку. Ныряй. Повитуха? Не, повитуха не ходит с фонариком. Вот он, вот он. Я, говорит, знаю, что ты где-то здесь. Ты ушел, дядька? Не, он здесь вон ходит. Короче, дергаем быстрее. Быстрее! И аккуратней. Так, подожди, а куда? Да куда? Ай, блин, прям по морде. Куда дальше-то? Куда? Да черт, все, я... я встрял. Блин, черт. Так, попробуем заныкаться опять в эту же бочку. И мне сейчас надавит по голове, смотри. Смотри, он идет прям ко мне. Черт. Нет, меня здесь нет. Ай-яй-яй. Блин, а куда здесь-то бежать? Я не вижу. Не, серьезно, если убегать от них... А, мне надо передвинуть этот ящик сюда, я понял. Ой, какой ты стрёмный. Прям в лоб. Окей, попытка номер 3. Сразу в бочку. Может быть, дождаться, пока они туда вообще выйдут. Так, подожди. А зачем ты дернулся так резко? Вот он может выйдет вообще из этого сарая? Давай, дядька. Так, он свернул туда. Второй бродит там. Давайте посмотрим, что будет. Уйдет ли он отсюда или нет? Или он просто развернется и пойдет по кругу? По кругу. Он где-то рядом, да? Или он вышел? Не, серьезно, я его не вижу. Думаю, можно действовать. Но аккуратно. Так, а здесь... Блин, а здесь нельзя пройти. Блин, такое ощущение по звукам, что они где-то рядом. Опа, здесь еще один проход.
Не, ну я никого не вижу больше. Так, ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем просто пододвинуть этот ящик без палева и запрыгнуть наверх. Я думаю, они не догадаются, что я здесь. Походу, сработало. Давай, 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 друг. Красава. Здесь я чувствую себя в более-менее безопасности. Фух, можно выдохнуть. Так, а где повитуха? Мне вот это интересно. Что там? Опа, трупы. Ой-ой-ой, куда я забрался? Ёлки-палки. Надеюсь, на меня сейчас никто не кинется. Так, а если серьезно, где я? Это не логово повитухи случаем? Блин, в какой же неестественной позе вас, конечно, завязали. Капец, я вам сочувствую, ребята. Как ты смеешься, как ты живешь. Блин, они постоянно несут какую-то херню. Так, я нахожусь в каком-то сарае, да? Давайте прочитаем быстро. Так, здесь говорится, что Папа Нот... Ну, или кто-то отправляет сюда детей каких-то. Ну, очень много детей, которых кто-то воспитывает. Короче, я слишком погружен в атмосферу, чтобы вчитываться. Попробуем просто потянуть. А, ты, блин, твою мать. Нахрена ты тянешь-то ближе его? Или ее? Капец. Надеюсь, за это меня не забанит YouTube. Ой, жесть. Что за жесть здесь происходит вообще? Ёлки. Надеюсь, ты не шлепнешься вниз. А нельзя было просто выскочить из окна? Там было окно, друг. Серьезно, тебе надо в эти кишки прыгать. Черт! Давай, надо бежать, походу. Фу, гадость, блин. Ты жив? Ух, какие они раздутые, смотри-ка. Вообще непонятно, что это. Это что, тело? А это лошадь? Жесть, а лошадь-то за что? Блин, ну, людей не жалко, вот животных капец как. Я прошел этот ад, и надеюсь, меня не встретит по дороге повитуха. Ух ты, блин, сколько же здесь трупов. Опа, что это? Это Дева Мария? Блин, как-то... Как это здесь... Чересчур жутковато, на самом деле. Я не хочу туда идти, в туман. Так, здесь явно какое-то молебельное место. Типа помолиться. Давайте прочитаем. Здесь какая-то то ли исповедь, то ли молитва. Наверное, молитва, скорее всего. Папе Ноту, Иисусу. То есть, в принципе, они в Бога верят. Но почему они не соблюдают заповеди? Точнее, одно из главных, не убий. Может, они, конечно, прикрываются какими-то искуплениями и очищениями, но это вообще не по-библейски. Но почему-то они просят помощи Иисуса. Ох ты, блин! Твою мать! Опять этот свет! Со мной все в порядке? В натуре, что это за херня вообще такая? Смотри, я вот, кстати, заметил, да, офигеть. Сколько здесь ворон попадало. Жесть. Что это вообще за херня такая? Давайте-ка посмотрим. Однажды учитель сказал мне, что музыка птиц является доказательством того, что Господь существует и любит нас. А, и все? Так скучно и грустно. Должен быть путь. Блин, я пропустил... Уже целых три записи, капец. Но я не хотел бродить по тому кукурузному полю, если честно. Так, а свет, по-моему, исходит вот отсюда. Если мне не изменяет внимание, то, мне кажется, да, с этих столбов огромных. Может, просто успевать оборачиваться? Какое-то странное место. Что это вообще за устройство такое? И я могу пройти
прямо. Смотрите-ка, у меня теперь два пути, да? Я так полагаю, сюда, вниз и прямо. И вообще, я бы просто убежал бы обратно домой, но, блин, у меня есть Лин, которую надо спасать. И, наверное, я все-таки выберу дорогу прямо. И, конечно же, да. Здесь нет прохода. Здесь есть только дорога вниз. Так, окей. Друг. Фонарик. Блин, возьми фонарик. Ну, блин, будь человеком. Возьми гребаный фонарик. Он тебе нужен. Я тебя умоляю. Показал, что тут есть листочек, но мне, походу, идти только в ту... В тот туман. Блин, и здесь эти птички. Очередное странное место. Чтобы залезть наверх, нажмите А. Кстати, хотелось бы услышать от тех... Ух ты, кровишка. От тех, кто смотрит прохождение, нормально ли видно вообще то, что происходит на экране? Или почаще включать камеру с ночным зрением? Типа вот так. Ну так, конечно же, вообще нифига не видно. Ладно, будем пробовать пройти, да? Блин, здесь чья-то кровь. Только там что? Его я не заметил. А, блин, батарейка. Нет, батарейка мне нужна. Бери быстрей. Так, ну а теперь можно спокойно подниматься наверх, я так полагаю. Он здесь давно, насколько я вижу. Так, давай, друг, забираемся наверх. Эй, кто здесь? Не, будем без палева двигаться. Ну его нафиг, я уже привлекал внимание, мне это не понравилось. Аккуратно вдоль стены мы пробираемся в какую-то деревню. Не знаю зачем, но вот здесь написано, что мне надо пройти к деревне. Ох, друг, сможешь ли ты перепрыгнуть? Давай пробовать. Оп, красава. Прям как Assassin's Creed. Давай, раз, два. Вот подтягиваться главное может нормально, да? Блин, это моя тень. А как драться, так сыт. Подожди. А, вот, все вижу. Аккуратно. Фух, блин, там какой-то силуэт был. Мне показалось. О, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин. Слишком тихо. Блин, как же стрёмно, когда так тихо. Сразу хочется разговаривать шепотом. Блин, а когда такая тишина, по-любому будет какая-то скримота. Ай. Что там? Ого! Что это, блин? Капец, это... Птиц? Church. Церковь? No, no. Что-то похожее на... Heretic Temple. Храм еретиков. А, это не те ли ребята, которые... Типа спасли нас и украли Лин? Давайте-ка осмотримся. Что это вообще за кресты какие-то? Жесть. Ну, птица явно из каких-то веток сделана. И бревен. Блин, сделано качественно. Там что, ребенок? Блин, в этот раз я, кстати, не заметил иконки сохранения. Хотел закончить эту серию перед этим храмом. Но как-то не обратил внимания, поэтому погнали изучать, что тут есть интересного. Так, есть опять чувак с фонариком. Кто это вообще? Чуваки с фонариками. А это... А я думал, вход здесь. Ну ладно. Так, здесь изучить ничего нельзя. Какие-то черепа. Жесть. Давайте-ка посмотрим, что он записал. Пещерный храм. Он сказал, что она сделала это с собой сама. Он сказал, что защищал тебя. Окей. Так, давайте-ка попробуем пройти вперед. Но мне кажется... Блин, тут везде копья. Но мне кажется, ничего хорошего меня там, конечно же, не ждет. Аккуратно. Блин, не люблю такую тишину. Эй, кто-нибудь? Короткостриженная подружка. Эй, извращенка, ты тут? Блин, они тоже здесь. Капец, так это... Это место повитухи или это место еретиков? Просто... Почему тогда такие же трупы были в обычной деревеньке? Не еретикской, что ли, как назвать правильно? Блин, тут везде трупы.
Жесть. Вот будь я в реальном мире бы и вот так вот ходил бы тут, я бы, наверное, подохерел бы. Но, конечно, в игре это не то. Вот только представьте, какой тут запах стоит, это же вообще жесть. Да и вообще ситуация в целом. Идешь какой-то ночью, блин, свечи горят. Дядьки в необычных позах. Он уже все, да? Ну, я имею в виду, что он уже давненько здесь. Так, а дальше непроглядная тьма. Ох, зря я, кажется, разговорился. Сейчас какая-нибудь хрень произойдет. Нет, нет. В смысле? Кто здесь? Кто здесь? Кто? Кто говорит? Я не вижу никого. В смысле? Это Джессика? Серьезно? Где? В смысле? Ну это ж была Джессика, да? Или Лин? Ну Джессика, которая из его младших классов. Вот тебя прет, дружище. Вот тебя прет. Любых еретиков, которые Господь пошлет вам. Так, это видно церковь, да? Офигеть, она огромная. Давай быстрее записывай. Так, давайте посмотрим, что он записал. Церковь. Я видел церковь. Как далеко это зашло? Чувствую на зубах как будто звук ножниц. Так, и думаю быстренько осмотреться, куда я вообще вышел. Должно быть, это церковь. Здесь прям не маленькая такая деревенька, я смотрю. Но это будет ждать меня уже в следующей серии. Не забудь поддержать меня лайком, если тебе нравится этот формат. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Всем пока и до скорого!